Сегодня говорим об активном долголетии, а оно состоит из двух компонентов – это красота и здоровье. Сегодня очень высокий уровень стресса, но в то же время и достижения эстетической медицины, косметологии, они тоже высоки, и они позволяют в любом возрасте и при любых обстоятельствах оставаться молодой, красивой и здоровой. И как раз на эту тему мы сегодня говорим с нашим экспертом. Это врач-терапевт, врач-косметолог Ксения Алексеевна Овсянникова. И первый вопрос у меня такой. В каком возрасте нужно обращаться к косметологу? Потому что до недавнего времени считалось, что нужно дождаться первых признаков увядания. Что сегодня говорят специалисты? К косметологу начинают обращаться с юности. Обращаются в основном по поводу лечения воспалительного процесса. То есть прыщики? С различными степенями акне. В основном боролись с проблемами исключительно народными средствами. Почему? Не было интеллектуального ресурса для изготовления каких-то косметических средств, которые будут помогать бороться с проблемами. На данный момент народные средства ушли. Применяем такие методики, как чистки, ультразвуковые, атравматические, комбинированные, это пилинги. Далее плазмолифтинг, лекарственная мезотерапия препаратами с антиакнедействием. Все это в комплексе может полностью преобразить на самом деле человека и намного улучшить качество его жизни. Теперь к следующей возрастной категории переходим. 25-30 лет. В принципе, как правило, еще лица в это время молодые. Но, насколько я знаю, есть какие-то профилактические меры, чтобы оно потом не стало вдруг резко возрастным лицом. Да, после 20 лет действительно кожа меняется. Уже отходят на задний план проблемы с воспалениями и появляются первые признаки старения. Во-первых, это мимические морщины. По показаниям, после 20 лет проводится ботулинотерапия при гиперактивности мимических мышц. Проводятся первые процедуры по улучшению качества кожи, по ее тонизированию, увлажнению. Это мезотерапия препаратами по типу кожи и биоревитализация для увлажнения, улучшения цвета лица, сияния и блеска. Конечно, молодые женщины сегодня любят коррекцию формы губ, коррекцию скул, то есть то, что называется контурной пластикой, то, что, в принципе, не требует какой-то реабилитации, не требует обращения в клинику, да, и хирургического ножа. Да, действительно, следуя модным тенденциям, трендам, примерам кумиров, современных моделей, многие девушки приходят к коррекции губ, коррекции скул, вытягивании овала лица, коррекции подбородка. Я даже знаю, что с помощью этой методики можно коррекцию формы носа провести, да? На пару лет. Это возможно, да, это не перманентный эффект, поэтому всегда есть выбор. И если мы переходим к следующей категории, уже там 35, 40, 45 лет, остается все это плюсом что-то еще? Плюсом, да, обязательно. Теперь контурная пластика будет не по желанию сделать губки чуть пухлее, а действительно будет показание, да, потому что начинаются кисетные морщинки, появляется более выраженная носогубная складка, морщинки-марионетки, резорбция костной ткани, проседают скулы. Действительно, это становится необходимо, и в отдельных случаях, при определенных типах взросления лица, будет показан уже нитевой лифтинг. Это все 45+. Сейчас ведь этот процесс может не быть таким резким за счет того, что человек, женщина или мужчина, да, перманентно посещает косметолога и какую-то имеет программу ухода, да, программу поддержания своей молодости. Да, действительно, за счет перманентной поддержки качества кожи, при коррекции мимических морщин, ботоксом, допустим, эта проблема не будет становиться такой явной, такой выраженной и срочной к ее решению. То есть показания к пластической хирургии, они постепенно уменьшаются.
вполне возможно скорректировать в кабинетах косметолога сейчас внешность. Да нет периода реабилитации такого, в момент которого ты выпадаешь из жизни в некоторые моменты. Ну и говоря об активном долголетии, хочется еще такую мысль озвучить, что красота и счастливое вот это активное долголетие, оно невозможно без красоты внутренней, без внутренней красоты, доброты. И косметолог, он не только избавляет нас от морщинок или каких-то еще признаков старения, он еще и делает нас уверенными, делает нас счастливыми, делает нас самыми важными людьми в нашей жизни. Поэтому это, конечно, больше, чем врач, это, конечно, шире и глубже, нежели специалист, который колдует над нашей внешностью.